программой этого благотворительного концерта московские артисты уже успели выступить в Волгограде. Тогда организатор проекта Светлана Челян совершенно спонтанно отправилась с певцами в воинскую часть, чтобы проводить бойцов в зону проведения специальной военной операции. На этот раз коллектив дарил свои музыкальные композиции жителям города Видное. Я не могла не прийти на это мероприятие, когда я прочитала в газете приглашение. И поэтому впечатления у меня самые приятные, самые сильные. Спасибо большое исполнителям. Особенно, конечно, вот кадры, документальные кадры, связанные с войной, и песни, которые прозвучали вот времен Великой Отечественной войны, особенно впечатлили. В этот день в историко-культурном центре звучали всеми любимые военно-патриотические песни «Катюша» в исполнении почетного гражданина России Артема Верхолашина, «Журавли», которую спел юный Карен Григорян, а также авторские композиции Натальи Самойловой и видновчанки Милы Силы. Вместе с сыном Мила исполнила песню «Мой папа – учитель в школе», посвященную мужу и отцу Дмитрию Зернову, погибшему при исполнении служебного долга в зоне СВО. Невероятно, но именно в этот концертный день Дмитрий должен был отметить день рождения. Диму я знал давно, и прямо накануне отъезда, буквально прямо на следующий день он уезжал, мы встретились чисто случайно. В городе, он говорит: «Моисей Александрович, я ухожу в СВО участвовать. Пожалуйста, не оставляйте мою семью». Ну, конечно, мы не знали, чем все закончится, но Игорь Горшнев молодец. Уже он у нас во всех военных патриотических клубах, концертах и так далее. Мила всегда у нас выступала. Завершился благотворительный концерт, и не прервется связь времен минутой молчания. Уже более 40 жителей Ленинского округа не вернулись с полей сражений специальной военной операции. И название концерта стало напоминанием о том, что в любые времена мы остаемся великим народом. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.